Доброго ранку, я кажу усім нашим телеглядачам. Доброго ранку, я кажу вам. Доброго ранку. Для зручності ми вже вияснили, що краще спілкуватися російською мовою. Російську мову розуміє тут тільки один актор, але я думаю, що ми знайдемо спільну мову. Отже, переходжу на російську мову. Представляю вам уже на русском языке наших гостей. Сьогодні ми пригласили, і, к счастью, ви прийшли к нам, согласились прийти, театр імені Йокая, да, з Венгрії. Имеем возможность сьогодні пообщаться із Петром Фекета, это директор театра. Возможно, не там делаю акценты, потому что непривычные имена. Пока все правильно. Да. Хорошо. Вместе с вами пришла великолепная, красивая девушка. Это актриса театра Петра Губик. Да. И также Ференц Катков. Это тоже актер театра. Спасибо вам, во-первых, большое, что вы к нам пришли после спектакля. Вчера только отыграли, вчера только получили массу, я надеюсь, невероятных эмоций. Но об этих эмоциях давайте уже вы расскажете. Вчера херсонцы имели возможность посмотреть спектакль, я сейчас держу в руках программку, «Граф Монте-Кристо». Какие впечатления? Milyen benyomások vannak az a tegnapi előadás után? Tudok, ha egy csillavék rozgavarivajet paruszki év, ahogy in our theater, paéta múvi, és prásivajet Katko Ferenc, überzetten, translaten, fordítsa nekünk. Fantasztikus volt a közönség fogadtatása. Fantasztikuskaja publika vala, fantasztikuskani vasprinimali spektakl. Az egész fesztiválnak a szervezéséről csak magas szinten tudunk beszélni. Про фестивали, про организацию фестиваля мы можем говорить только на высших уровнях, потому что... Európában nem ismeretlen ez a fesztivál, nagyon jó híre van egész Európában ennek. Очень хорошо знают в Европе этого фестиваля. De most megint elviszük a jó hírét a városnak. És мы снова несем хорошие впечатления о Херсоне, о фестивале Херсона. Мне бы очень хотелось, чтобы нас сейчас смотрели зрители, которые вчера смотрели и спектакль «Граф Монте-Кристо». Пожалуйста, звоните нам 26-45-96. Мне так непривычно на русском языке эти цифры слушать. Очень хотим вас здесь слышать в прямом эфире, поэтому не поленитесь, набирайте наш телефон. Nagyon szeretné azt, hogyha azok a nézők, akik láttak tegnap az előadást, betelefonálnának. Я надеюсь, что мы сможем вот все эти языковые барьеры преодолеть легко и просто. У нас есть такой чудесный переводчик. Можете это не переводить? Хорошо, спасибо. Я знаю, что вы в Херсоне не впервые. Да, тут я хоть не мерю сегодня. Какой раз уже здесь у нас? Три года назад были здесь спектаклем «Женитьба» Гоголя, что поставил Моисеев. Akkor is megnyertük a legjobb látványdíját és a fődíjat. Получили приз лучшие. Гран-при вы тогда получили. Я помню, да, действительно, тогда вы получили. Да, akkor nem volt velünk ez a fantasztikus színésznő. Но тогда не была с нами фантастическая актриса. Вот давайте, наверное, к фантастической актрисе сейчас и перейдем. Вы давно в театре? Igazából ez az ötödik éve, amit a színháznál. Это пятая сезона. Remélem, hogy még sok vár rám. No, надеюсь, что еще много лет буду проводить. Надо к директору с этим вопросом обращаться. Все в порядке, не волнуйтесь, Петра. Как вам Херсон? У нас вы впервые. Tehát először vagy Herszomban, először vagyok Herszomban. Én nagyon-nagyon jól érzem magam. Én azt mondtam pont, mikor megérkeztünk, hogy jó lenne, hogyha még itt lehetnénk egy hetet körülbelül. Она очень хорошо чувствует себя в городе. Она хотела бы еще неделю проводить в Херсоне, но это, не знаю, получится ли. Сейчас вас кто-то посмотрит, увидит, я думаю, найдутся такие, знаете, люди добрые, доброжелательные, которые вам организуют такую возможность. До, кроме Херсона, вы чаще выступаете в Киеве. По крайней мере, «Женитьбу» вы показывали в Киеве, в молодом театре. Тогда действительно зал поднялся с аплодисментами, вас просто бурными овациями благодарили. Játszottunk, vagy játszunk, tehát hogy a Molodoly Színházban játszottuk a háztűznézőt, azt javítsam, hogy nem, nem baj. Nem baj, jó?
И здесь Херсон. Теперь мы, конечно же, как херсонки, мне интересно все-таки поговорить о зрителе киевском и зрителе херсонском. Természetesen neki érdekes, mint herszoni lakosnak beszélni a kijev és a herszoni nézőről. A tegnapi előadás után tucatjával álltak sorba az emberek, és köszönték, hogy egy ilyen látványt idehoztunk. После вчерашнего спектакля толпами стояли люди и поблагодарили, что мы сюда принесли такой спектакль. Az, hogy 15 percig nem hagyták abba a tapsot, és állva tapsoltak nekünk a színpad előtt, ez fantasztikus érzés nekünk. То, что они 15 минут не завершили аплодисментов, и они стоя аплодировали нас, это нам очень фантастическое чувство. Én még azt szeretném mondani, Henger, hogy az, hogy már a szünetben odajöttek emberek hozzám, illetve és teljesen idegen nyelven beszéltek számomra, mivel hogy én nem beszélek ukránul. Не, вообще чужом языке уже в антракте подошли люди. De nagyon-nagyon jó érzés volt hallani azt, hogy mindenféleképpen el akarják nekem mondani, illetve meg akarják velem osztani azt, hogy mennyire tetszik nekik azt, amit csinálnak. No, очень хорошее чувство было то, что уже в антракте хотели поделить со мной то, что как им нравится сильный спектакль, как они хорошо чувствуют себя в зале. Ребята, я вот хочу понять, вы играли спектакль на своем родном языке? Igen, azt szeretnék kérdezni, hogy az anyanyelvünkön játszottuk a színházon. То есть был синхронный перевод? Я, к сожалению, не смогла Был перевод на украинский, который шло на проекторе. Ну, давайте смотреть объективно на ситуацию. Все-таки это определенная сложность. И какую-то ценность, актерское мастерство, эмоции, все это за титрами, которые нужно читать и понимать, снижается. А с меня годи. Hogy nem veszít az értékéből a dolog azzal, hogy a színészi játékról egy pici látványról lemarad a néző azzal, hogy olvassa a szöveget. A musicalből sok összetevője van a musicalnek. A látvány, a tánc, a zene, az élő zene, és ebből a sok összetevőből csak egy a szöveg. És ha egy kiesik, a többi pótolni tudja a musical műfajban. A musical is много частей поставлено. Музыка, танец, декорация, вид и ЕМС, хореография, костюм, хореография и только то же самое, только один и текст. И если это, например, сейчас вчера текст чуть выпало, остальное это место его за, то есть другие средства помогают понять. Да. Я вам скажу, что вот все-таки язык жестов это сила. Я практически все поняла даже без вашего перевода. Minden megértett a gesztusaidból. Надеюсь, и вам не мешает вот такой наш синхронный перевод понимать нас, общаться с нами. Пожалуйста, звоните, хочется вас слышать. 26 45 96, не меняется наш номер телефона, поэтому не поленитесь, набирайте. Давайте еще несколько слов все же скажем о фестивале. У вас есть возможность путешествовать и принимать участие в разных фестивалях, в разных конкурсах. Это вон лятушегунк маш фестивалу кро и маш вершене краю. Сейчас не льстите ли нам только потому, что вы здесь, в Херсоне, и именно сейчас вы на Мельпомене, о том, что это высокого уровня фестиваль? Мы из Магиросак egyik legkomolyabb, legsikeresebb színháza vagyunk. Мы один из самых лучших, и как я не помню слово, и один из самых успешных театров. Egy évben 11 új produkciót hozunk létre. В одном году мы делаем 11 новых премьер. És évente több fesztiválra is hívnak több darabunkkal bennünket. И в каждом году на многие фестивали зовут нас многими спектаклями. Есть у нас, кстати, телефонный звонок от зрителей. Доброе утро вам. Пожалуйста, говорите. У меня такой вопрос к ведущей. Вот у вас такое уважительное отношение к гостям, и вы перешли на русский язык. А почему вы так неуважительно относитесь к русскоязычному населению и никогда не... Ой, а почему оборвали звоночек? Мне хотелось все-таки до конца дослушать. Я суть вопроса поняла. Я могу вам ответить, буквально забрав у наших гостей несколько минут. Дело в том, что мы с вами...
ну, по крайней мере, я работаю на государственном телевидении, конечно же, как представитель государственного телевидения обязана общаться на украинском языке. Но более того, для меня украинский язык — это мой родной язык, я его искренне люблю, я мыслю на этом языке. Но если нужно, вот, дабы преодолеть барьеры, конечно же, буду общаться и на русском. А если вы очень хотите, давайте обязательно каких-то гостей мы будем принимать, общаясь именно на русском языке. Для вас, с удовольствием. Пожалуйста, еще звоните 26-45-96. Возвращаемся к нашему разговору. Вот такие у нас бывают вопросы от зрителей. Скажите, пожалуйста, когда вы приезжаете на фестиваль, по крайней мере, говорим о Мельпомене. Так, может, что аэрофестиваль в России? Ставите ли вы себе за цель именно победу? Получение определенных мест, грамот, номинаций и так далее? Tehát amikor mi elindulunk ide, mondjuk pont erre a fesztiválra, tehát úgy jövünk el, tehát ki van-e tűzve célnak, hogy mindenféleképpen díjat akarunk kapni, milyen díjat akarunk kapni, vagy pedig ez nem fontos, vagy nem lényeges. A legfontosabb, hogy megismerjük a másik országnak a kultúráját. Самое важное, чтобы мы познакомились с культурой другой страны. És hogy a mi országunk kultúráját elhozzuk az itteni embereknek. Мы нашу культуру принесли этим людям, этим зрителям. Hogy a színészeink tapasztalatot tudjanak szerezni azzal, hogy más előadásokat néznek. Чтобы наши актеры взяли на себя опыта с тем, что смотрят другие спектакли, других театров. Петра Федор не сказал уже. Én azt szeretném még hozzáfűzni ehhez, hogy én még fiatal színésznő vagyok, kezdő színésznő, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy kihívás az, hogy egy idegen, egy külföldi nyelven, tehát egy idegen nyelven beszélő embereknek játszunk a színpadon, akik nem értik konkrétan azt, amit mi mondunk, és egy közlésként ugyanúgy eljuttassuk hozzá azt, amit mi magyarul mondunk, hogy ez tökéletesen értsék mind érzésben és hangulatban, hogy miről van szó végül is. Сложно, Ференц, да? Давайте. Но она еще молодая актриса, и ее одно из самых тяжелых дело в этом, что мы играем тут, чтобы как показать без текста иноязычным зрителям те эмоции, те ситуации, которые мы в общем нашим, должны показать, да. То есть это колоссальный опыт. Опыт, да, в первую очередь. Но есть ли у вас возможность, у вас как у директора, у вас как у актеров, посещать другие спектакли? Смотреть, именно сравнивать, тут. Конечно же, вот как. Tehát, hogy van-e lehetőségünk arra, hogy mondjuk, tehát pont itt most ezen a fesztiválon, tehát nézzünk végig más előadást. Igen, én az első nap, amikor megérkeztünk, az tegnap előtti este volt. Én láttam a Leonardo című darabot. Да, смотрела Леонардо, Николаевский театр. Наших соседей, да. Nagyon jó volt egyébként azt tapasztalni, hogy itt milyen közvetlen a közönség, az, hogy mennyire ki tudják fejezni azt, hogy mennyire tetszik nekik egy darab. Хорошо было видеть то, что публика как сильно выражает то, что нравится ее спектакль. Ну, для себя уже каких-то фаворитов, может быть, определили? Вот, или театр, в который вы влюбились, или спектакль, который вам очень понравился? Именно тут? Здесь, да, мы говорим это сейчас о Мельпомене. Хорошо, мы же эре вавасово, тут это эре бесед, это газабу, чек эдят латун кишмединг виссо. То есть мы, к сожалению, не можем все посмотреть, потому что мы приехали, мы посмотрели Николаевский театр вчера. Мы играли, а сегодня, по-моему, в 11:40 уже поезд отправляется. То есть, мало. То было бы хорошо, если могли быть от начала до конца, и тогда можем весь репертуар пересмотреть, и тогда уже можем сравнивать, что где мы, смотря среди европейских театров. У нас не так много времени уже в прямом эфире остается. Скажите, увидим ли мы вас в следующем 2014 году? Та и лак, что примерно вы нам уже готовите? И что не валами, а мы тешетлек кейситюнк иде? Hát el kell mondanunk, hogy a herszoni közönség, a herszoni nézők, a tévénézők nagyon büszkék lehetnek, hogy ilyen színházuk van. Надо нам рассказать, что
херсонские жители, то есть жители Херсона, да, и херсонцы, зрители телевидения должны быть горды. Гордость. Гордые. Я сейчас демонстрирую это. Да, демонстрируйте, пожалуйста. Гордые, что у них такой театр, как театр имени Кулиша. Хотели бы, конечно, прийти в следующем году. Ну, надо. Нам скажите, то что мы в неведении. Не, я тоже перед этим рассказал, что очень мало времени мы тут, хорошо было бы от начала до конца остаться. Я очень сильно надеюсь, что в следующем году мы вас увидим, увидим и на сцене нашего театра, и обязательно в этой студии. Szóval örülnének, hogyha 2014-ben újra láthatnának minket a színházba és itt a stúdióban. Очень приятно с вами познакомиться. Давайте уже на прощание. Пару слов поздравлений, пожеланий утренних нашим гостям, нашим телезрителям. У нас утренняя программа. Tehát ez egy reggeli műsor, és búcsúzóul vala pár jó szót az itteni nézőknek. Петер, попробуйте на русском. Я хочу у тебя, дорогой друзья, хороший день, и иди в театр, иди и смотреть театр шоус. Thank you very much, Mr. Книга, to invite us to this festival. Да, спасибо большое нашему директору, директору театра Александру Книге за то, что пригласили вот такой театр. Это сказал Петер. Спасибо, вы прекрасно владеете русским языком. В следующем году будет еще лучше. Пожалуйста, Петра, вы на русском нет, давайте на родном. Доброе утро, Херсон, скажи. Ходишь, Nem tudok semmit oroszul. De mondja magyarul, és akkor lefordítva. Ja, igen. Hát én nagyon-nagyon jól éreztem itt magamat, és remélem, hogy legközelebb is jöhetek. Надеюсь, что в следующем году мы встретимся с вами. Мы тоже на это очень надеемся. Фернс, два слова. Вы вас не могу обидеть. Вы сегодня больше всех мне помогали. Пожалуйста, утреннее пожелание и прощаемся. Я тоже хочу сказать спасибо за организацию, за гостеприимность и Херсона, и театра, и Александр Книги. Доброе утро. Я понимаю, почему вчера зрители театра 15 минут вас благодарили своими аплодисментами, стоя за ваш спектакль. Невероятная атмосфера, вот невероятные ощущения от вас исходят. Вам за это спасибо и хорошего дня. Мы прощаемся с нашими гостями, но, конечно же, не прощаемся с вами.